Здесь, в 45 километрах от Самары, в селе Старая Бинорадка, собирают резиденцию Деда Мороза и Снегурочки. Над созданием соснового сруба на территории лесничества весь световой день трудится 8 рабочих из Ульяновской области. Бревен в этом доме будет. Так, 40 штук, 40 бревен. Высота этого, можно сказать, здания будет 4 метра.